представил немножко. Тогда скажи, как зовут тебя? Привет, меня зовут Жень. Джигу. Женя Лисько. Я надеюсь, в этот раз вы напишете с Е, а не с И. Возможно. Возможно, просто Женя. Все. Просто Женя. Ой, мамочки. Прямо на краешке же помогаешь. Так, сейчас я думала, какая у меня. Школа. Одной ногой. Все. Давай, отлично. Блин, у меня силы уже вышли. Ну сколько? Руки в полете высохли. Ноги. Не, нормально. Маятник вот этот мне прикалывает вообще.